хромовою приходит слесаря, а сильный твой боярышни с восторгом говорят. Она была под мостою, ее пропал и след. Эй, Таня! Таня! Танечка! Неси скорее обед! Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Татьяна Лучик, а у нас началась стройка века. Строят ванную комнату для мамы. Проще санузел, но своими руками. Сделали обрешетку из брусков, обшили гипсокартоном. Между гипсокартоном пенопласт. Ремонт продолжается. Тут его зашпаклевали. Это сам туалет. Трубы сделали. Вытяжка и канализация. Трубы под батарею сделали. И трубы завели под воду. Прогрунтовали. Приклеена серпянка. Зашпаклевала вот тут немножко. Вот. Такие пока у нас дела. Здесь... Что у нас сегодня тут происходит? Гидроизоляция ванной комнаты. Гидроизоляция? Гидроизоляция ванной комнаты. В ванной комнате. Супер гидроизоляция. Будет даже потолок гидроизолирован. Вдруг вода через потолок пойдет. Да. То есть мы будем тут... Как... Бассейн сверху, встретил пожар дверь. Как в коробочке, да? Вентиляцию открыл, дышать нечем. Ехать в магазин, надо закончить. Я думала, ты скажешь с почином. Почином? Ну как, начали плитку класть? Сдвиг у нас большой. По фазе. Почему по фазе в работе?
еще придется пилить-то опять. Еще один день работы. Еще один день работы. Будем еще ждать, когда придет Володя. Подсохнет у нас все. И, наверное, он уже сможет доделать здесь один ряд плитки и нижний ряд один плитки. И будем делать потолок и полы. Дальше. Видеоотчет. Плитку доклеили, швы замазали. Так. Следующий этап. Завтра хотят делать потолок. Потом пол. Ждем-с. Отправили принимать работу. Потолок сделан. Так. Плинтуса сделаны. Все, молодцы, ребята. Ноги. Не ноги, я плинтус фотографирую. Пол. Какой у нас красивый будет. Ой. Хорошо. Сорок у меня.
Друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, я обязательно вам отвечу. Кого? Лишняя часть. Все, я домой. Ура! Друзья, благодарю вас за просмотр. Плинтуса готовы. Трубы сначала. О, постелили Люлю. Так, ну что теперь у нас? Трубы и сантехника осталось. Ну, сантехника-то и трубы есть. Ну, сантехника, я имела в виду душевую кабинку. Это уже не сантехника. А что это? Это уже душевая.